вкусный и сочный фаршированный перец понравится всем вашим домашним без исключения на обед и ужин. Лучше всего для такого блюда приобретать болгарские перцы гагашеры, они плотные, крупные и мясистые. Подавайте блюдо горячим со сметаной, нежирным майонезом или чесночным соусом. Тем, кто любит блюдо посытнее, можно предложить пару ломтиков черного или ржаного хлеба, особенно вкусны фаршированные гагашеры под стакан домашнего красного вина. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину промойте в воде, нарежьте мелкими кубиками или перекрутите через мясорубку, прогрейте сковороду, влейте на нее растительное масло и выложите баранину, обжарьте в течение 5-6 минут. Влейте кипяток, чтобы он полностью покрыл мясо и потушите около 20 минут, чтобы оно стало мягким, добавьте лавровые листья. Когда вода выкипит, можно добавлять овощные нарезки, поэтому заранее очистите морковь и лук, промойте в воде, нарежьте мелкими кубиками. Вкуснее тем, кто подпишется. Высыпьте овощные нарезки на сковороду. Добавьте промытый рис и перемешайте, поджарьте около 2 минут, посолите и поперчите. Очистите от семян и промойте гагашеры внутри и снаружи, начините их приготовленным фаршем. Выложите перцы в кастрюлю, проколите их ближе к низу ножом в нескольких местах, один очищенный перец нарежьте ломтиками и закройте отверстия начиненных перцев, влейте воду до середины плодов и отварите в течение 30 минут на умеренном нагреве. Готовые фаршированные гагашеры подайте горячими к столу вместе со сметаной или нежирным майонезом. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Баранина 400 грамм, рис 150 грамм, перец болгарский 3-5 штук, гагашеры, морковь 0,5 штуки, лук репчатый 1 штука, масло растительное 1,5 столовые ложки, соль 0,5 чайных ложки, перец черный молотый 4 щепотки, лавровый лист 2-3 штук, количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Буду скучать без вас.